Детское радио представляет. Уроки чудесоведения. Когда они же наш стадион достроят? Столько дней, а все на начальной стадии. Да ладно, Костян, они только начали. А вот интересно, стадион и стадия — это однокоренные слова? Чего? Стадион и стадия. Похоже. А я еще видел где-то слово «стадий». Только не помню, что значит. А давайте у Ниагары Петровны спросим. Вон она идет. Здрасте, Ниагара Петровна! Здравствуйте. Ниагара Петровна, а что такое стадий? У этого греческого слова два значения. Во-первых, стадием называли расстояние в 192 с небольшим метра. Столько человек может пройти спокойным шагом за время восхода солнца. А сколько длится восход? Приблизительно 2 минуты. Я продолжу. Во-вторых, и это очень кстати, стадий – это легендарный стадион в Греции, где прошли самые первые Олимпийские игры. А почему «кстати»? Потому что именно сегодня я собиралась вам о нем рассказывать. К северо-востоку от Олимпии, у холма, посвященного Кроносу, много веков назад был построен первый стадий. Да? Вы сказали «первый стадий». А что, были другие? А Кронос – это который бог времени, папа Зевса? Совершенно верно, Барабасов. Я рада, что ты вновь продемонстрировал свою осведомленность. Теперь ответ на вопрос Ёлкиной. Стадий в Олимпии действительно был первым. Все остальные были построены по его образу и подобию. И с тех пор не сильно изменились. Только в античные времена беговая дорожка имела форму подковы. Стадионом греки называли именно ее, а стадий – это все спортивное сооружение. Он, как и сейчас, похож на огромную чашу. Вокруг площадки для атлетов пологая насыпь, где располагались зрители. Они сидели прямо на земле, потому что трибун и скамеек тогда не было. Каждые 4 года на время игр в Олимпии собиралось огромное количество людей. Одни слушали знаменитых ораторов и певцов, другие приносили жертвы Зевсу Олимпийскому. Под его статуей было выбито предупреждение: «Каждый, кто нарушит клятву, будет наказан богами». Какую клятву? Каждый из атлетов перед началом игр, перед лицом Зевса, торжественно обещал, что не будет использовать запрещенные приемы. Как сейчас, олимпийская клятва и честная игра. Ага, fair play, только Зевса больше никто не боится. А можно еще что-нибудь про то, как был устроен стадий? Беговая дорожка в виде подковы длиной около 190 метров. Как раз стадий. Правильно. Между прочим, есть еще одно объяснение, почему было взято именно это расстояние. По легенде, именно столько по Олимпии пробежал легендарный герой Геракл. А старт и финиш у них какие были? Тоже с ленточкой? Нет. В начале дистанции стояла стена. Перед ней была протянута веревка. От нее начинался бег. Финишем был столб. У него останавливались те, кто должен был пробежать один стадий. Те, кому предстояло пройти большую дистанцию, этот столб просто огибали. Самое большое расстояние для бегунов в античной Олимпии было 24 стадия. Это примерно 4,5 километра. Значит, у них тоже спринтеры и стайеры были. А это кто? Спринтер бежит на короткую дистанцию, а стайер на длинную. Только вот как они не сбиваются, когда на длинную дистанцию бегут?
Так у них разметка. Это сейчас. А на античном стадии разметки, конечно, не было. Но на столбах, о которых я говорила, были пояснительные или ободряющие надписи. «Огибай, спеши, побеждай». Первая, вторая и третья стадия на пути к победе. Эх, послушал я про стадии. И опять про наш стадион школьный вспомнил. Скорее бы уже его строительство в последнюю стадию вошло. А представляешь, если там беговая дорожка ровно в стадии будет? Тогда мы наш стадион назовем стадием. Чудесоведение.